Доброго времени суток, меня зовут Сергей, и сегодняшнюю серию видеороликов мы решили посвятить моим. Ты через месяц пришла, и при первой же пробной партии расколоть яйца, они у меня просто отсюда вот так вот выпрыгивали. Когда надавливаешь, выпрыгивают. Мне пришлось маленькую сделать доработку, вот сюда на саморез, на маленький закрутил сантехническую резинку с нашего отечественного крана. Кто разбирал, тот знает такие резиночки. Она теперь служит упором. Есть маленькое примечание по этой яйцеколке. Она может колоть только яйца крупные, это категория С1 и отборные, С0. С2 категорию маленькая она не будет крутить. Сейчас покажу почему. Так, когда вставите маленькое яйцо, а сверху будет зазор. И прежде чем яйцо удавится, оно разведет вот так лезвие. И, соответственно, когда вы додавливаете, оно просто поцарапает по скорлупе и через раз раскалывает. Это неудобно. Вот это минус вот этой приспособы. Делать какую-то накладку, она должна быть съемная, потому что уже не полезет крупное яйцо. Как это у нас происходит в работе? Вставляете. Благодаря теперь резиночке оно хорошо зафиксировано и не вылетает. И вот так вот надавливаете весь процесс. То есть для меня... Как для инвалида, это очень хорошо обеспечивает, мне нравится, приятно. В принципе, так приспособка мне нравится. Единственное, да, вот маленечко ее доработать, и маленькое разочарование, она не колет маленькие яйца. На этом видеообзор заканчиваем. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться. До свидания.